Всем привет! Сегодня печем хлеб, но способ его приготовления не совсем традиционный. Вместо духовки мы испечем его на газовой плите, на сковороде. В миску 450 грамм муки, 1 чайная ложка с горкой соли, столовая ложка сахара, дрожжи, сухие, быстродействующие, 1 чайную ложку. Все хорошо перемешиваем. Далее вливаем 300 мл теплой воды и замешиваем тесто ложкой. Теперь добавляем 2 столовые ложки подсолнечного масла и продолжаем замешивать тесто руками. Тесто становится эластичным и гладким. Оставляем его в миске, накрываем полотенцем и ставим в теплое место примерно на 40-60 минут. Сковороду диаметром 26 см смазываем подсолнечным маслом. Спустя время добавляем на тесто столовую ложку подсолнечного масла и обминаем его. Перекладываем тесто в сковороду и растягиваем его по диаметру сковороды. Сверху тесто посыпаем кунжутом. Накрываем крышкой и оставляем на 20-30 минут для подъема. Выпекаем хлеб на маленьком огне 25 минут под крышкой. Далее нам понадобится пергамент. Смазываем его подсолнечным маслом. Хлеб накрываем пергаментом и с помощью тарелки переворачиваем. Возвращаем хлеб на сковороду в пергаменте. Накрываем крышкой и допекаем 15 минут на маленьком огне. Получился мягкий, нежный, бесподобно вкусный домашний хлеб с хрустящей и румяной корочкой. Вес такого хлеба 700 грамм, а высота 5,5 сантиметров. После того, как вы попробуете сделать этот хлеб, вы больше не будете покупать его в магазине. Благодарю всех за внимание, желаю удачи и пусть в вашем доме всегда вкусно пахнет свежеиспеченным хлебом.